О, вышел. Практически нас не боится. О, стоит спокойно. Знает, что если даст нам по лбу клювом, мало не покажется. Ну, красавец, красавец. Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали сегодня с Саньком опять порыбачить на свои места интересные, секретные. Ну, конечно, кто увидит и знает эти места, их узнает сразу. Но на всякий случай говорить, где мы ловим, не будем. Места очень красивые, живописные. Приехали вот сегодня с самого утра. И поэтому будем пробовать ловить. Всем привет. Всем привет. Вот. Ну, начинаем, друзья, рыбалку. Ловить сегодня буду на спиннинг дая. Катушка по Цифан Флайм. И буду опять твичить, пробовать разловить воблеры, которые не разловил раньше. Или уже буду переходить на более разловленные приманки. И будем опять же проверять, берет рыба или нет. Попробую, друзья, сегодня половить на риджика 90-го. Одна из приманок, которую еще не разловил. И попробуем ее разловить. Может быть, что-нибудь и возьмет. Приманка небольшая. Раз для таких мест. За тот сезон, сколько пробовал, ни разу ничего не словил. Вроде поклевочка. Или траву цепанул, не пойму. Ага. Подбагрил, глянь, или не, схватил окушок. Вот. Первая рыба, друзья, за сегодня. Такой вот небольшой окушок на 90-го риджика. Наконец-то я его разловил, друзья. Довольно приятно. Опачки. О, у Сани поклевка. Только подошел к нему поговорить. И жерешок. Жерешок. Блин, хорошо, да? Да. Ну, зацепился добро. Красавчик. Красавчик. Давай, давай, аккуратненько. Хороший. Ну, нормально. Сейчас, подожди, Санька. Вот довольная улыбка Сани. Да, ну, смотрите, ребята, какой жерешок. Приятный, приятный уловчик. Ему под берегом очень-очень-очень достойно сопротивлялся. Сейчас взвесим и посмотрим, сколько он завесит. Вот, друзья, жерешок завесил на 630 грамм. Небольшой, ну, но... круто, круто. Сама поклевка приятная, да, Саш? Друзья, одел Duo Realis от фирмы Беркинг, соточку, в расцветке арбузик. Попробую половить на него. Саня как раз только что вытянул жерешка. Поэтому рыба начинает брать. Я словил окуня, как вы видели, на риджика. Поэтому рыбалочка продолжается. Дай бог, рыбка не последняя. Ну, хотя тут, друзья, как сказать, рыбалка — это дело такое, больше отдых. Больше выйти на природу, с друзьями пообщаться, поговорить. Ну, вы сами понимаете, о чем я. Рыба уже это бонус. Сейчас в это время, когда смотришь, многие сидят по домам, никуда не выходят. У нас рыбалка — это отрада. Продолжаем ловить.
А взял примерно где, Сань? Под берегом, считай. Под берегом? Как током, чтобы оно... Видно, что уже блесну под берегом. Но приятная рыба. И так бачком серебряным, да, так хлоп. Ага. Снимаю. Еще один, ребята, вот смотрите. Санька сегодня в ударе. Да-да, вроде бы щучка. Щучка, щучка. Ну, уже, уже. День прошел не зря. Красавчик. Поздравляю. Вот, ребята, Саня словил щучку. Сань, отцепилась, смотри. Отцепилась. Отцепилась. Но хочу показать блесну. Блесна моска. Вот в такой вот интересной расцветке. Вот только что он буквально 3 минуты назад взял на нее жереха. И вот сейчас, сразу же на следующем забросе после жереха, Санек берет вот такого вот шнурка. Твои зрители и подписчиков можно показать годные блесенки. Такой вот, такая же есть. Посмотрим. Это наш половец Саня. Походный наборчик. Ну, блесны интересные. Александр любит больше так вот на вертушечки половить. Сейчас посмотрим. Вот такая вот цена тоже. Тоже моска, да? А, тоже моска. Хорошая рабочая блесна, друзья. Так что советую. Я раньше про эту фирму не знал. И вот Александр меня как раз и познакомил. Ну, продолжаем ловить дальше, не будем терять время. Ой, видал? Издевается. Он подойдет, ты уйдешь. Издевается. Ну, он прыгает, он. Опа. Есть? Идет как раз по, видишь, по всплеску. О, хороший. Хороший. Вон еще один. Видишь, они стаи. Хороший. Ну, Саньку сегодня жерешками. Красавец. Красавец. Примерно такой. Ну да, тоже грамм на 600. Обнули. 45. Контрольное взвешивание. Интересно. Ну, почти такой же, как и тот. А не, поменьше. 555. 555 грамм. Плотный жарик, 3,540. Красавец. Вот такого мне давал, мне судачки такого привали. Сейчас я не знаю, куда он делся. И как ты увидел? О, Дима. Приехал Дима. И разловился. И у меня уже два. Если это кого. Жерех. Ну, до сюда поздравляю. Красавец. Есть. Есть. Только что-то мелкое. А? Что? Ну да. Опять же, моска отличилась.
Такого, друзья, достал окушка. Тоже на блесенку моска. Такого даже брать не буду. Точнее, он и не нужен. Сразу берет, да? Вода прозрачная, видимо, хорошая. Боковую линию ощущает вибрацию, наверное. Угу. Плюс на зрение, да, зрение раз. И сам в охоте находится. Пойдем дальше. Лучше полоскается, наверное. Там дальше. Есть. Угу. Ну, нормальный. Ну, вроде включено. Щучка. Поздравляю, ну видишь, годнота. Вот такая щучка, друзья. Уже приятно. Работал ратлин. Отличный сегодня. Эльдорадо, Саня. Эльдорадо. Вот же я не чуть-чуть эльдорадо. Убрать не хочет. Дергается. 635 грамм. Вот это да. 635 ровно. Вот это бенский как воду гляжу. А я думал грамм 500. Ну, такую уже и забрать можно. Буду забирать, да, друзья. Надо посушить. После зимы льда не было, рыбы не наловлено. Будем сушить рыбку. Такая, друзья, щучка. Грамм на 500. Взяла на ратлина вот такой вот рассветочки от фирмы Беркинг. Продолжаем ловить. Сегодня у нас эльдорадо. И жерех радует, и щука радует поклевками. И окушок отзывается. Приятная рыбалочка. Ловим рыбку. Дима потихоньку тягает окушка за окушком. Вот такие небольшие, с ладошку. Но все равно приятно. В течение 5 минут уже штук 5. Отлично, отлично. Сегодня хорошая рыбалка. Нам нравится сегодняшний день. Приятно половить рыбку. Особенно жерешки порадовали сегодня. Продолжаем рыбачить и ловить. Да, жерех это реально интересная рыба. Есть. Не знаю пока, Сань. Я не спешу. Обидно. Досадно. Надо было спуститься. Ну ладно. Что же делать?
Есть. Но я еще не знаю, что там. Пока не знаю, Сань. Блин. А. Ушла. Ну да. Ну, как бы да, не сильно. Да. Есть. Да. А, сошла. А знаешь почему? Может то, что у меня фрикцион сильно раз. Второй сход, друзья, видите? Второй сход. Ну, видно, фрикцион сильно я отпустил. Поэтому она сильно не секется. Ну, будем пробовать брать, ловить. Подтянул немножко фрикцион. Щука есть. Отзывается. Поэтому будем пробовать. Будем пробовать ловить. Буквально за 3 минуты 4 две поклевки на одной и той же точке. Вот, коллеги, наш сегодняшний улов. Примерно мы были на рыбалке 5,5 часов. И за это время словили 3 жерешка, 2 щучки, окушков небольших. Ну и одна щука, как вы видели, успешно пошла расти дальше. Рыбалка, я считаю, сегодня удалась. Нам с Саней очень понравилось. Получили море позитива, адреналина. И вам, друзья, советую, не сидите дома, идите на свежий воздух, так сказать, закаляйтесь телом и духом. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке.